Стеклянная пушка. Ну, поначалу стеклянная пушка хорошая вещь, пока не получишь урон. Получишь урон, будет неловко. Ладно. Нормально. Тоже нормально, хоть и глотать нечего было. Комната заманчивая. Хочу ли я взорвать автомат и сдать сердца на шипах, либо же я хочу просто кучу денег. Куча денег звучит более стабильно, потому что я не умру. Я заменю активку благодаря этому. Окей, план меняется. Я затыкаю шипы с таким количеством сердец. Скорее всего, мне тут и денег дадут тоже. В большом количестве. Так, я хочу перед тем, как заходить в сделку, еще одно сердце взять. Потому что там могут быть фиолетовые костры, которые я захочу взорвать. У меня есть еще два свободных сердца. Я могу их слить в автомат. Могу слить на шанс
Синев сердец или монет. Я лучше, наверное, все-таки в автомат их солью. Окей, это тоже сойдет. А, мне теперь и не нужно покупать пятак. Это идеально. Это идеально. Теперь я могу... Три тычки сделать. И остаться с двумя сердцами. Да, я могу так сделать. Я так могу сделать. Давайте подождем. Темперанс. Это хорошо, потому что там будет хп-ап гарантированный. Если, конечно, что-то выпадет. Найс. Хороший первый этаж. Роутер. Да пофиг на него. Ну, не повезло. Ладно. Зато теперь у меня куча денег. Второй подряд под забег с хапницей. Ну, ключ можно взять. Теперь мне надо еще больше ключей. Ключ. Это я возьму. Потом подорву. Блин, я не хочу гнилое сливать. Я его зря подобрал, получается. Потому что я хочу денег. Я мог его подобрать потом. Тут даже еще одна есть. Ладно, это солью. В пользу чего? В пользу пакета. Да, хороший пакет. И я хочу еще один ключ. Окей.
Вот что-что, а вечный сундук с Джастис я что-то не помню, чтобы получал. Очень жирно. Devolvers. Минус терза, все остальное в плюс. Мне нравится. Да, я знаю. Отстаньте. Пофиг на гнилое. Хочу ли я шипы? У меня другие шипы есть теперь. Отдам тебе, пока у меня 3 не останется. Или пока ты сам себя не взорвешь. Вот это печально, конечно. Жадина. Байтит. Ладно, в итоге нормальный попрошайка попался. Да и с ключами у меня все нормально. Если сделка на этом этаже не выпадет, я шипы забужу. Ангельские. Если же выпадет, то я буду тыкаться в шипы дьявольские. Infested. Ну, бомбу не взял. В каком месте? Взял я все. Пандора. Скорость у меня не была максимальной, так что нормально. Не забудь о ловце. Ловец создан, чтобы о нем забывать. Окей, пошли в английские шипы тыкаться.
Коца. Хотя я сейчас пройду еще одну комнату вот здесь. Может, не одну даже. Окей, ситуация меняется. Чуть не задело меня. Как поступим? Я беру часть гаппи. Конжойнт я не беру просто так, потому что... Мне это не особо-то и нужно сейчас. Пикаемся. Дамагу дали. И на том спасибо. Фига, мне там нормально так дамаги-то дали. Окей, раз уж у меня уже нету красных, то я беру гаппи с собой. Мне понравилась эта сделка. Дамагу повысили неплохо так. Так, в магазине что там оставалось? Там вроде ничего полезного не было, но я еще раз гляну. Да, ничего. Ничего такого. Пошли дальше. Повезло, конечно, со сделкой. Шипы — это предмет. Иногда он полезен. Изредка, но действительно польза от него есть. Жаль, что без красных сердец я не могу теперь нормально ходить в проклятые. Но тут еще секретка рядом. В одну я точно зайду. Более того. Она не здесь. Она здесь, окей. Я уж думал, что в комнату вызова еще схожу. Пофиг. Не надо. Хорошо. Душа Лоста сейчас очень важна. Потому что у меня не на что покупать у сатаны уже. Туда. Жесть, шипы, блин, на каждом этаже находятся. Очень жирный забег. Жесть, мне везет, конечно. Можно даже в проклятую сходить. Правда, я не уверен, зачем. What? Я должен был еще 3 тычки в чертенка сделать, но... Пофиг. Он все равно не часто так дает что-то. Но да, это упущенная возможность. Сейчас максимум терзы возьму без предметов на терзу. А, ну у меня уже максимум терзы, потому что это шприц меня понизил. Пошли в проклятую с таким количеством хп, мне не жалко. Я все еще могу в чертенка потыкаться, но что-то как-то так лень. Мое уважение.
Да, я, получается, 5 тычек в чертенка не сделал. Давай гульпанем это, потому что оно не пропадет после получения урона. Зажрем спиддаун, потому что мне может фолс PHD попасться. И мне не страшно. Жрать ее сейчас. Левня Аноми будет стрелять ракетами. Как мне везет? Что происходит вообще? Простите, а что происходит? Две Пети. Вы что, с ума сошли? Беру. Блин, я не хочу туда внутрь заходить. Но она может быть... Она здесь. Мое почтение. У меня максимум терзы. Давайте заролим. Сейчас мой максимум 4,5, потому что я уменьшил шприцом его. Это последняя, да? Нет, еще одна есть. Я с собой возьму... Ну, душа лоста не такая полезная, потому что у меня куча хп и так есть. Я Кайна возьму с собой. Золотую заролить? А, золотая тоже может быть. Заролена, да-да-да. Да, душой Кайна и красными ключами можно комнаты вызова посещать. А тут совпало просто. Вообще, если бы я сомневался, где находится ультрасекретка, я бы действительно открыл бы комнату вызова лучше. Потому что там более стабильные, хорошие предметы. Беру. Двадцать удачи, кстати. Максимальный прок этого. Ханжойн собрал. Хотя я не уверен, нужно ли мне его было собирать. Да, давай потыкаемся побольше. Я не думаю, что мне это хп нужно. Вон, дамагу дали.
Дамокл дали. Вообще. Я сейчас задумался. Только осторожно. Ладно, бомбы и вытолкну. Такие дела. Надо потрогать Дамокл, чтобы он неведомым образом не повторился. Там сердце выпало. Ну, с такой удачей и старый пластырь, это, конечно, да. Веселая вещь. Я что, вообще бесконечно могу сюда тыкаться? Там же 50%, да, максимально. Я реально могу с такой удачей бесконечно тыкаться в автомат. Ну, может и не бесконечно. Мне это не надо. Я могу побольше красных сердец набрать. Пока что я не уверен, где именно находится ультрасекретка. Но у меня есть подозрение. Да, я сразу же подумал об этом месте, как только я зашел на этаж.
Все оказалось именно так. Я не получил урон. Так, подождите. Ладно, неважно уже. У меня же меньше удачи и без коробки. Так что я немножко... замисплеил. Хотя какая тут разница? Эти шипы очень редко работают, но когда они работают, они делают невероятные вещи. Типа таких. Кстати, что-то мало предметов было. Всего один предмет дали за все тыки. В основном дамыша подавали, но это тоже хорошо. Деньги некуда девать уже. Я хочу в секретку. В какой момент у меня тирза стала не максимальной? А, конжойнт, да-да-да, конжойнт. Точно. Он же уменьшает статы. Те, кто пишут про желтый шприц, не понимают, в чем речь. О чем речь, в чем дело. Ищешь, да.
Пусть будет чем. Хотя, наверное, мешаться мне будет. Да не, зачем телепортироваться тут? Осталось-то. Особенно если с учетом компаса. Открытие сиделки. А мне получается, мой брелок больше не нужен. Вообще мне гораздо больше нравится, как с брелоком действует этот конжойнет, чем если просто с оккультизмом. Но оккультизм дамаг дает. Это тоже важно. У меня пока атака заряжалась, он уже от мух сдох. Да. ГГ.